Свои рабочие места участники обустраивают посреди выставочных павильонов. Был экспоцентр, стал Open Space Office, где представители хай-тек отраслей несколько дней будут состязаться в мастерстве. Школьники Сунца, например, взяли в помощники манекена, который меняет форму за секунды. Мы собираем манекен для сервиса, который является частью сервиса виртуальной примерки. Манекен полностью автоматизирован и может принимать телосложение как худого человека, так и полного. Чемпионат World Skills стартует завтра, но токари уже встали к станкам. Каждому за 4 часа нужно изготовить 6 деталей. По словам судей, с работой они справились так, что комар носа не подточит. Все 4 участника первой смены в целом справились с заданием, а насколько они были точны, покажут измерения. Всего на чемпионате около 50 компетенций. Это различные высокотехнологичные отрасли промышленности. Впервые участвовать в World Skills будут представители старшего поколения. Для них сделали отдельный конкурс – «Навыки мудрых». Почему появились «Навыки мудрых»? Потому что сейчас тема очень актуальная с людьми, работающими на предприятии, возраст которых подходит к пенсии. Да, это и переобучение, это и смена направления деятельности, и повышение квалификации. Такого количества гостей одновременно Екатеринбург, кажется, не принимал со времен Мундиаля. На этой неделе в экспоцентре пройдут сразу 3 масштабных события. Чемпионат рабочих профессий, Международный форум строительства 100+, и Всемирный день городов, организованный при поддержке ООН. Хотя с виду площадка выглядит как всегда, внутри в ближайшие дни будут решаться вопросы без преувеличения мирового значения. На форуме 100+, который тоже стартует завтра, нарисуют карту города будущего. Эксперты обсудят, как он будет выглядеть, сколько в нем должно быть парков, небоскребов и театров, и даже рассчитают комфортные условия с точки зрения ведических верований. Будут рассмотрены характеристики города будущего, такие как высокотехнологичность, безопасность, экологичность, комфортная среда, что, в общем-то, достаточно перекликается с задачей, поставленной президентом Российской Федерации по формированию комфортной среды обитания. Параллельно с форумом строительства пройдет Всемирный день городов, организованный при поддержке программы ООН. Опытом по обустройству городского пространства поделятся сотни специалистов со всего мира. Екатеринбург принимает этот форум первым в России. Каждое такое мероприятие, которое проводится в городе Екатеринбурге, это следующий шаг к формированию города Екатеринбурга как международного центра, как мирового города, известного на международной России, безусловно, одной из точек развития нашей страны. Впрочем, Екатеринбург делает себе не только имя. Полезные советы по улучшению городской атмосферы, по словам властей, обязательно будут воплощены в жизнь. Владислав Изюменко, Олег Кузнецов. Главные новости Екатеринбурга.